Компания «Технические газы» занялась получением промышленных газов из воды, воздуха и дымовых газов в 2020 году. За это время были запущены три очереди завода – водород, азот и кислород. А теперь открылась также линия по производству пищевой и технической углекислоты. Вещество необходимо для сварки, а также для получения пузырьков для газировки. Сейчас предприятие может полностью закрыть потребность в углекислоте у потребителей Удмуртии, а также соседних регионов – Татарстана, Башкирии и Пермского края. Кроме того, открытие новой линии создало новые рабочие места. В 2023 году на заводе также заработает линия по производству жидкого медицинского кислорода и жидкого азота. Последние два года показали, что у нас острый дефицит медицинского кислорода в стране. В связи с этим мы решили построить свою собственную воздухоразделительную установку мощностью до 1 тонны в час. Новое производство обеспечит импортонезависимость страны на данном направлении. Хороших вам новостей!